spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена безинерционная катушка, которая выпускается под отечественным брендом Champion Rods. Это линейка Team Dubna VIP Special, на данный момент состоящая пока из одной модели под левую руку. Основным предназначением является оснащение зимних удильников для ловли хищника со льда на блесны, различные вибы и балансиры. Давайте поближе ее рассмотрим. Team Dubna VIP Special имеют весьма компактные размеры, обладают современным и стильным дизайном. Выполнены в черно-красном цвете. С целью уменьшить общую массу, которая составляет всего 182 грамма, при производстве корпуса использован высокопрочный композит, способный выдерживать отрицательные температуры. Передаточное число составляет 3,6 к 1. Также отметим, что в данных катушках устанавливается 8 подшипников, что делает их ход максимально плавным и свободным. Рукоять имеет изогнутую форму и изготовлена из металла. Оснащается двумя плоскими кнопками из практичного эво. От проворачивания в противоположном направлении защищает система антиреверса. Далее следует звездочка фрикционного тормоза. Она регулирует усилие, при котором можно снизить риск обрыва лески при поклевке или вываживании активного хищника. Чтобы избежать перебежки, предусмотрена система дополнительного подтормаживания. Ее компактный регулятор мы видим на задней крышке. Для разблокировки шпули предусмотрен отдельный триггер. В нажатом состоянии мы получаем свободное вращение в обе стороны и можем отпускать приманку в лунку или производить проводку. Вращение легкое и бесшумное. Для возвращения в режим намотки необходимо просто отпустить курок. Данная модель оснащается облегченной шпулей диаметром порядка 60 мм. Если появилась необходимость ее снять, надо открутить центральную осевую заглушку. Чтобы вода и грязь не попадали на внутренний подшипник и не снижали его производительность, установлено уплотнительное резиновое кольцо. Масса самой шпули равна 23 грамма. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.